Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем с вами Ассидент. Так, в прошлой серии мы с вами там смотрели какие-то аварии новые, да, это в Польше вон. Давайте следующий, ух ты, здесь США, Нью-Мехико. Продолжим, вот. Большое спасибо за комментарии, да, я потом, когда на записи смотрел, именно когда было ДТП на трассе в Бардачке, что-то было. Хотел вот подумал, а что же я не взял, а в комментариях написали, что там есть фонарик. Большое спасибо, да, за то, что комментируете. Вот, а здесь что-то школьный автобус у нас. Полицейский, что ли, лежит или что? Как можно быстрее, чем быстрее не принять, тем больше шансов у жертв. Что-то ДТП, гонщик, походу, дело. Служба судебных приставов, что ли, он синий автобус. Ну, в GTA такой же синий был, да, когда спасали какого-то заключенного там. Какой-то стритрейсер, ё-моё, с мозгами на голове. На боковом. Такие дуем. Нью-Мехико, США, август 1972 года. Музыка не-не-не-не-не-не-не-не. Ох, смотри, даже что двигается там. Ёкарный бабай. Да? Так, найти способы вызвать, закрыть бардачок. Откуда, как мне отсюда выйти? И чё, я выйти не могу? Подожди. Так, найти способ вызова. А как мне вызвать-то? Ну, я в 72-м не думаю, что там есть эти. Ты охренел, что ли? Стою тут полчаса, жду. Короче, мы с вами где-то в какой-то жопе, да? Так, у этих должна быть рация. Чё-то, походу, дела нету тебя. Так, заперто. Чё-то я поблизости не вижу этих. Так, железнодорожный переезд. А как вызывать скорую помощь-то, ёпа-мать, действительно. Вот, останешься тут. Я еще не соображу, как. Но я так думаю, что есть это. Должна быть какая-то рация у них. Чтоб я мог вытащить. Так. Газ, а где газ должен быть? Типа бензоколонка. Все, туда я не могу бежать дальше. Походу, наверное, куда-то нужно. А, наверное, сейчас нужно добежать до этой сраной бензоколонки. Типа, да? Типа он. Так, да, он вронка.
Так, сюда тоже нет ни хера. Типа газ, и там может быть телефон. Не там он, спереди. Короче, хер его знает, где этот телефон. Я сейчас всех спасем, но должна быть рация у этих служить службы судебных приставов. Типа там взял, брякнул по ней. Типа сбегают эти там заключенные. Полюбас уже у них должно быть, нет? Указатель не вывески, я ничего не вижу. Там помирает уже. А вот газ и телефон. И где газ? То есть куда идти? То есть так. Стрелка где-то сюда должна быть. Он не пускает меня туда. Жёванный крот, блин. Чё, здесь телефон? Вот он тут влюбился. Подожди, ну и чё, и где она? Газ. Куда газ там, блин? Так, ну и добежал я до туда, нихера там не был. Сюда нас не пускают. Какой газ, где газ? Так. Там может быть телефон. Где телефон? Так. Не вперед, не назад. Не въезжать, типа. Заключенный.
Но если здесь знак стоял здесь, получается газ здесь, как бы, ну, а куда газ-то ее помать? Не очевидно все. Да ну нахер сейчас. Прочитаю надпись, что-то. Рядом даже робот автозапнул. Ну, рядом с дорогой, говорит, а где она должна? Автозаправка-то, блядь. Мы обыскали, по-моему, все, не было. А не могу я в тачку сесть, уехать отсюда, нет? Может, на тачке надо, а не бегать? Ну-ка. Может, с открытым мочу багажником. Так. А, вон, блядь, на заправку приехали, да? Ёба, наоборот. А, ну все тогда, пусть там. И чё, приехали. А, дверь открыта. Ух ты, ёб. Так, я не могу вас сопровождать, так что вам нужно быть очень внимательным. Я хотел попросить вас вернуться на место происшествия, помочь, насколько это возможно. Да пошли вы нахер, ёб мать, езжайте быстрее. Во-первых, заключенные все еще могут быть рядом, так что ваша же безопасность начнет с того, что... Спрячьте все орудия, если они есть. Кроме того, шериф просит вас сделать это с помощью какой-нибудь ткани, чтобы не оставлять собственных отпечатков пальцев. После этого, как вам нужно будет включить зажигание, а выключить зажигание всех автомобилей, проверить пострадавших, решить, кому вы собираетесь помочь. Выберите человека, чья жизнь находится в наибольшей угрозе. Удачи. Блядь, что с заключенными там какими? Там что-то загорелось, так. Холодильники заперто. Здесь ничего. Дай-ка я дубину возьму с собой какую-нибудь. Заперто. Так. Заперто, на. Поехали-то на. Так, это что такое? Нельзя взять, да?
Так, поехали. Так, три пистолета мы с вами нашли. Так. Свой багажник положить. Носиться так с каждым. Три сразу не можешь взять, дружок, блин. У него же там было в ногах, да, по-моему? Чуть пистолет мало, да. Чё-то я ключей с собой не... Пулевое ранение. Сэр, слышишь меня, нет? Что тут разборки что ли было? Разборки какие были? Так, это нормально. Походу, этот в тяжелом состоянии, видишь? Короче, сейчас помрет он у нас, мы ни хрена не успели. Так, сэр. Неудача, видишь? Так. Начнем все заново, неохота, типа, там с какого-то момента. Так, оп. Нахуй ты закрыл, дурачок, что ли?
Что я бегал, а можно было на тачке уехать. Так. Ну, а все, дальше уже как бы по такому сценарию уже как бы понятно, что нам делать, куда идти. Так. Надо деду помогать. Блин, ты не мог сразу вот сюда подъехать, вот сюда тачку поставить, дуржак, блин. Давай быстрее, у нас там дед помирает, водитель. Так, нужно быть внимательным, бла-бла-бла, все это мы знаем. Чтобы не оставлять собственных отпечатков пальцев. Все, давай, пошел, быстрее, быстрее. После этого вам нужно будет выключить зажигание во всех автомобилях, проверить всех пострадавших, решить, кому вы собираетесь помочь. Чуть не совсем понятно этого. Выберите человека, чья жизнь находится под наибольшей угрозой. Удачи. Thank you very much. Давай, быстрее, быстрее. Все, положил. Отстань, отстань, телефон, отпусти меня. Так, я знаю, здесь аптечка есть. Поднял же. Поднял, да, все. Стартуем, здесь больше ничего нет. Все, валим, 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 валим. Двое негров замочили какого-то белого. Все, 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 выходим. Уходим, уходим, уходим. Так, ткань у нас в бардачке. Так, доехали, нет? Так. А ключи я не могу поднять, вот ты, сука. Так. Зафиксировать. Почему зафиксировать? Закрыть, наверное. По-русски там быть, да? Так. Ключи. Выйти. Выйти, выйти. Ну, надо еще в эти кружки попадать. Долго очень. Так. Все. Все, ключи какие-нибудь спиздят. Так, вот он, кого нужно спасать с первым. Так. Сэр, сэр, слышите меня? Сэр, рано так. Проверить, что, живой, не?
Ничего не человек, что тоже. Так, оп. Выйти наружу, блядь. Могу я так выпрыгнуть просто так, да, быстрее. Ну что ты стал? Вот реально загружается. Че? Нахер мне дальше проверять-то. Помочь пострадавшим быстро. Деда. Так, вытащили. Вытащили, вытащили. Ага. Супер, блин, доктор. Маловато. Чипс, ракет, так. Всех спасли, что ли? Собрать подсказки. Так. Аж вот это на превьюшку. Так, типа копы. Типа, да, можно сделать. Опа. Так, вообще непонятно, кто кого протаранил. Так, стреляные гильзы. Так, 2 из 6. Автобус. А знак что? Так, там. К делу не относится, к делу не относится. Так, здесь что? Все-таки напали на этих. Так, в общем, эти едут такие. Едут на них туф, пиф, паф, ой-ой-ой. Там, наверное, внутри автобус еще нужно посмотреть, что. Что да как. Типа детектив. Дорожный знак. Это мы смотрели все. Подожди, здесь. Здесь ничего нет. На этой стороне. Так. Каких пуль, ничего. Так, отлично, выйти. То есть ни хрена, да?
Так, тут что-то поломано, нет, не относится к делу. Так, в тачке у того, наверное, ничего нет. Так, следы торможения. Здесь переворачивается сам автобус, походу. Так. Машина врезается в автобус, да? Шины пробили, да? Угу. Так, ну чё тогда, дорогой мой? Так, здесь что, водитель автобуса стреляет в атакующих? Так, отворачивается под... Не. Так. Так, так, тюремный автобус, пуля попала в шину, различил автобус, соскользнул, автобус переворачивается, падает вдоль дороги. То есть так. Водитель автобуса стреляет в атакующих. Ранен в голову и вылетел, все. Так, живой. Спасли, ну, слава богу, это самое главное. Так, Эллиот Барретт. Брок Болтон. Оливер Грант. Оливер Грант погиб во время погони за тюремным автобусом, как сирота и только низкопоставленный член его организации. Никто не забрал его прах. Он был похоронен в гончарном поле на ближайшем кладбище. Его похоронах присутствуют только работники кладбища. После Джерри Таннер. После нападения Дженни Таннер слезы в тюремную больницу, где лечили его раны. После этого он отбыл остаток срока в относительном спокойствии и теперь работает плотником в удаленном городе на Аляске, вдали от воспоминаний о своем преступном прошлом. И чего, и хрен этот погиб. Он спасал его. Оливера, что? У этого Таннера, что? Какого-то плотника. Понимаешь, там... Вопрос был на 10 миллионов долларов. О, к нам кто-то звонит, подожди. Молодец, похоже, что ты на данный момент разобрался со всеми делами. Возможно, в будущем их будет еще много, но пока я очень горжусь тобой, ты заслужишь небольшого перерыва. Спасибо. Что, у нас все получается? Ну что, давайте на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Ну, если она выйдет, конечно, в плане того, что продолжение игры, да? Ну, увидимся в другой игре. А вы пока комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Ссылка на плейлист будет в описании. Всем большое спасибо, берегите себя и пока-пока. Про колокольчик не забывайте тоже. Пока-пока.